гурдвара, сикхское богослужебное архитектурное сооружение, центр религиозной и социальной жизни сикхской общины. Гурдвары строились в исторических для сикхов местах и были связаны с именами и деятельностью 10 сикхских гуру. Самое главное из них находится в Амритсаре, Хармандир Сахиб. Каждой гурдваре помещается Адигара НТХ, вокруг которой посредством которой совершаются сикхские ритуалы. Гурдвара – центр общественной жизни общины, где происходят все важнейшие мероприятия. В гурдваре происходят важнейшие мероприятия жизни сикхов. Там организуются школы, предоставляется ночлег и пропитание. Общественные работы при гурдваре – строительство, ремонт, работа на общественной кухне – обязанность сикхов. Гурдвары являются источником значительных материальных средств, складывающихся из пожертвований верующих и доходов от храмовой земельной собственности. Во время правления второго гуру Ангада стали устраиваться бесплатные кухни, лангары, где могли беспрепятственно получать еду члены разных каст. С тех пор лангары являются неотъемлемой частью гурдвар. В настоящее время контроль за деятельностью практически всех сикхских гурдвар в Индии осуществляет Комитет по управлению гурдвар.